Конечно, бери, естественно. Лаву. Раз, раз. Один, один, один. Сейчас я помню точно старый магазин. С мамой мы туда ходили, к ужину купили с дырочками сыр. Ах, как хочется время назад повернуть, чтоб пройти еще раз точно так же весь путь, точно так же весь путь. Утром мне моряк приснился, с нами он простился, подарил медаль. Майка сине-голубая, океан без края, ласковая даль. Ах, как хочется время назад повернуть, чтоб пройти еще раз точно так же весь путь, точно так же весь путь. С нами он простился, подарил медаль. Майка сине-голубая, океан без края, ласковая даль. Ах, как хочется время назад повернуться, чтоб пройти еще раз точно так же есть путь, точно так же есть путь. Как хочется время назад повернуть, чтоб пройти еще раз точно так же весь путь, точно так же весь путь. Сонным золотом и конным звезды на погоны, деньги на покой. Улетела птица, я уже другой, но все-таки хочется время назад повернуть, чтоб пройти еще раз точно так же весь путь, точно так же весь путь.
теплые воспоминания от метро Петроградского, от комнаты на четвертом этаже ВДК Бенсовета, куда мы сейчас с вами и переместимся. Не слова, не почет. Спасибо.
благодарен, что такая дата образовалась. Мы вот все увиделись, я просто... Я окунулся в меридиан того времени. Пришел я туда в 74 году после армии. От костров. И в основном знал турецкие песни. Когда я услышал то, что поют. Как поют там ребята, все я запал. И там практически до конца 80-х, как еще каждый вторник, забыл про все. Не выспанный, утром на работу, на последнюю пяту я домой. И вот я хочу, как раз мы пришли с песнями Арика Крупа туда, смотрели. Вот. Я хочу как раз классическую турецкую песню спеть, классического автора Арика Крупа. «Апрель» называется. Меня слышно просто? Нет. Что? Что там? А? Другого микрофона? Уж больно близко. Так лучше. Так, нет, близко не можно петь, когда микрофон. Это можно убрать, а зачем два микрофона? Это ужас, это слишком много. Да, хорошо. Поехали, поехали. Давай, сейчас я записываю. Конечно. Все, поехали. Апрель. Гитару повыше чуть-чуть. Как никак, помогу сам. Вчера была метель, а теперь оттепель, и звенит, поет копель про солнечный апрель, а снег все тает, за лыжи хватает, не дает идти вперед и назад не дает, а снег все тает, за лыжи хватает, не дает идти вперед и назад не дает. К лыжам снег пристает, ненадежным стал лед, лес идти нам не дает, ведь все вокруг плывет, а снег все тает, за лыжи хватает, не дает идти вперед и назад не дает, а снег все тает, за лыжи хватает, не дает идти вперед и назад не дает, а вокруг до небес. Важный лес, влажный лес, равнодушным полон весь к тем, кто в апрель залез. А снег все тает, за лыжи хватает, не дает идти вперед и назад не дает. А снег все тает, за лыжи хватает, не дает идти вперед и назад не дает. Посмотри, как влажны тучи в теплые дни. Лыжи стали не нужны, ведь нет нигде лыжни. Но смысла нету в лесу ждать лета. Мы из лыж плод собьем, по весне поплывем. Но смысла нету весну ждать лета. Мы из лыж плод собьем, и в апрель поплывем. Пару слов для протокола. Меридиан в наше студенческое время это был центр развития студенческой песенной мысли, потому что именно Меридиан устраивал концерты в наших общежитиях, значит, участвовал в фестивалях подготовки во всех мероприятиях, и впоследствии руководителями наших, например, политического клуба были Леонид Нирман, Владимир Волков, Китаин. То есть мы как бы все местные. Значит, ну, поскольку тяжело слушать действительно грустных песен будет много, значит, автобиографическая песня из серии «Чукотская», что вижу, то и пою. Я играю на гитаре. Гитары нет. Гитары нет. Звукаря убить. Микрофон поставь. Есть, да? Есть? Нет. Слабовато. Нет. Очень слабо. Микрофон. Микрофон поставь. Очень верно.
вырожденный, чтоб сказку былью сделать, а не за тем, чтоб занемочь, как дядя, и чтоб прекрасно все душа и тело, и чтоб намек понять на сказку глядя. И с ранних лет я пыль переиначивал, всплывает детство жуткая картина. Все пацаны стучат по грушам шайбам мягче, а моя стучу по пианино. Старик ты встал в своем душевном росте, сказал мне друг, измерив взглядом гордо, какой пацан рояль потащит в гости, и показал заветных три аккорда. Уж полночь близится, не спится, не кемарится, а струны пальцы я ломаю, а пацаны давно на танцах обнимаются, а я гитару обнимаю. И вечный бой с гитарою рогатой, стой на сцене, местная звезда я, и вот поем попытки где-то с пятой, поскольку в такт случайно попадаем. В глазах ли чудные мгновения в груди, но победили в каждой паре, а пацаны уж белый танец среди, а я играю на гитаре. Потом пришли совсем другие темы, прошли совсем большие перемены, и понял я, как здорово, что все мы, но плохо то, что все одновременно. И вот сидим глаза в глаза так близко-близко, раскрылись души, я в ударе. Девчонки тают, пацаны девчонок тискают, а я играю на гитаре. Но никакого пробу с этих песен, что слава дым, понятно даже пчелам, но разве только дамам интересен. К примеру, дым отечества с ментолом, шикарный зал я с сольною программаю, весь как реклама на товаре. Уж ложи влечут пацаны там вместе с дамами, а я играю на гитаре. Вся жизнь игра, но кто такую роль шьет, уже я имидж свой разрушу. Эй, пацаны, давай сыграйте чур подольше, а я немножечко послушаю. Я тоже с кем-нибудь послушаю, да я со всеми вас послушаю.